Всем привет! Оля, сегодня идем на пляж. Мы идем на пляж, да. Не плачь. Вера взяла комбинезон и просит, чтобы на него одели. Но мы сейчас не будем одевать, Вера. Мы сейчас идем в торговый центр, а потом оденем. Смотрите, какой у нас вид из окна. То есть с балкона. О, смотрите. О, да? Как здорово. Ну, единственный минус, здесь ночью шумно. Еще минус квартиры, нет кондиционера, а кондиционер вот он стоит. Видать, сломался или что. А ночью жарко, и окна открываешь, а тут от дороги шум идет. То есть тут по-любому нужен кондиционер. Да, Верочка? Ну все, мы пошли, сейчас прогуляемся. Подождем, пока солнце спадет, а то жара сильная. И пойдем после обеда на пляж, на море. Так что следите за нами. А мы вышли на улицу, ждем такси. Девочки балуются тут. Вера хочет уварить. Вот, кстати, кому интересен, вот этот адрес. Люстердорфская дорога. А этот жилой комплекс называется Альтаир. Да? Упало все? Ну, конечно, ага. Все черное. Папа сандали мыл. Все, такси подъехал, мы поехали. Заехали мы в торговый центр покушать, да, Верочка? Пообедать. Вот такой торговый центр красивый. Тут пианино висит на веревках. Лишь бы на голову не упало никому. Сейчас зайдем, там есть детская комната. И есть супчики. Это то, что нам надо, да? Супы пошли. Такая кафешка тут. Есть детская комната. Варя, Вера, смотри. Сейчас Веру разуем. Беги. Давай. Вот такая детская комната здесь. Хорошая. Хорошая детская комната. С игрушками. С кухней детской даже есть. Есть Кен. Вот такой вот. И Барби есть. Да, Варюшка, классно тут? Да? Сколько игрушек тут много. Верочка. Ну все, Вера. Вера как мамочка теперь. Сажай. Ой. Ой-ой-ой-ой, все, поехала, Вера. Вера отдает наш счет. Давай, Вера, поднимай руку. Сейчас тетя к тебе подойдет. Поднимай руку. Вера покушала и готова расплатиться. Язычок свой. Стой, жди, сейчас тетя подойдет, вон черненькая. Сейчас она подойдет, стой, высоко руку поднимай. Держи. Давай. А можете забрать, пожалуйста? Девочка ждет. Все, там без дачи. Спасибо большое. Смотрите, теперь фото выставка у нас. Ой, фото. Выставка рисунков у нас. Вот это разукрашивала Варечка. Вот это разукрашивала Верочка. Это разукрашивал папа. А такую похож русалочку. На папу. На папу? Почему на папу? На папу русалочка. Я русалочка? С чего я русалочка? Вот так вот, смотрите, розовые щечки какие, о, как. Вот так вот. Так что голосуйте, какой рисунок красивее всего, напишите в комментариях. Все, мы перемещаемся теперь. Куда? На какой пляж, девчонки? На какой-то пляж едем. А как он называется? Не помните? Ну, в общем, там песок, как где, Викуль? Песочек, как где? Как на Мальдивах песок, да. Очень живописная природа. Мы ее посмотрим. Рот закрой, Варюшка. У тебя открылся ротик. Да, мы переждали жару. Пообедали, едем. Вера, он спит у нас уже тут. Дрыхнет. Валя, ну что ты? Муха залетит, проглотишь муху. Здесь
исторический центр города, скажите. Да? Площадь освобождения. О, площадь освобождения, даже пушки видно. Видимо, освобождали ими, да, Одессу? 10 апреля, памятник 10. Еще называют памятник импотента. Памятник импотента. Всегда на пол, всегда на 12, да? Еще вот это. Ух ты, здесь, смотри, как интересно. Друзья, ну все, мы приехали на этот пляж. Знаете, как он называется? Он называется дельфин. Да, правильно, он называется дельфин. Здесь песок, как на Мальдивах, мелкий-мелкий такой. Здесь называется дельфин, значит, здесь плавают дельфины. Дельфины могут быть плавать, да, то есть на карте можете найти этот пляж. Вообще сказали, в Аркадии грязновато. Вот здесь смотрите, как интересно. Такой дизайн вообще необычный у этого здания. В Аркадии сказали, море грязновато в самом центральном пляже. О, а здесь чистое. Вот, смотрите, там видно море, люди отдыхают, загорают. О, сейчас искупаемся, да, Варюшка? Нет, я не буду плавать. А я буду купаться. Дельфины, так можно поплавать с дельфинами. Вот оно море. Ну, мы вроде бы недавно видели море, но это всегда волнующе так, да, Варя? Говори. Дельфины унут, а дельфины, наверное, поднимут. Поднимут тебя, да. Ну вот, смотрите, тут есть ориентир, Калитон какой-то, бич-клуб, наверное, закрытый для отдыха. Частный пляжик. Идем туда, да? У нас закрыто. А мы вас ведем на интересное живописное место, да? Смотрите, тут такая беседка интересная, такая конструктивизм в своем виде. Так, ребята, тут надо, в общем, до дельфина дошли, надо подняться еще наверх вдоль берега. Тут будут камни, будет ориентир, вон там маяк. Будут здесь пляж нудистов или что тут, дать люди отдыхают. Но мы туда не пойдем, потому что они тут так лежат, интересно. Всеми причиндалами вверх, прям без стеснения. Так что мы не можем это снимать. Можем вот так издалека вам показать. Вот тут красота какая, видите? А мы идем за нашими девчонками, здесь баскетбольная площадка. Но все так естественно и непринужденно, да, Вера? В общем, вот по таким буеракам мимо баскетбольной площадки вы спускаетесь. Тут ливневку переступаете и идем вниз. Еще идем, и тут какая-то скала есть. В общем, так интересно. Ой. Пляж нудистов мы уже прошли. Ой. Когда и пойдете, не пугайтесь, не будьте шокированы. Ой-ой-ой. Они вон на том камушке. У них, видать, излюбленное место, они там сидят. Ладно, мы сюда двигаемся дальше. Оп-оп-оп-оп-оп. Верча, а куда мы вышли? Ух ты. Вот, видишь, куда мы попали. Все. Разделяет стена, как будто это граница Мексики и США. Ой, во, смотри, как тут. О, как тут хорошо, да? Вот мы на этом пляжу. Можно увидеть окружение. Здесь какие-то скальная порода. Здесь гостиница, то ли ресторан что-то строится. Там Вера писает. А там заборчик какой-то. Скала. Здесь кто-то фотосессии проводит, даже видно. Там яхта плывет. Ну, песочек, конечно, хороший такой. Рассыпчатая захаза. Когда заходишь, там камушки, все равно неудобно заходить. Ну, галечка вроде как бы ногу не режет, но все равно. Это вам не Египет или Турция. Вот такая природка. Сейчас запустим вертолет, поснимаем, да? Thank you.
Ладно, ну что, будем купаться? Да. Да? Ну, вот здесь больше видно тины. И вот тина есть чуть-чуть зеленая. Вдоль бережка лежит, да? Мы, вот там лучше вон там, возле камня купаться, там нет тины. Мы сейчас туда пойдем с тобой, да. Какой тины? А, камни. Какой тины? Тут заходить неудобно. Какой тины? Какой дины? Да. Никакой не дины. Что, тебя окунать? Нет. Давай. Да нет. Ну вместе, давай вместе. Так мы же вместе, вот. Плаваем. Ой. 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 Да не буду нырять. Классная вода? Да. Да? Тёмненькая. В общем, все, мы накупались, да, Варюшка? Покупались, позагорали, поснимали и едем домой сейчас, да? Качаться на качелях. На качелях у нас во дворе, да, качаться. А мы идем с Верочкой. Тут рядом есть вон спортгородок. Здесь можно спортом позаниматься. Ого, Варюшка. Можно наверх. Можно наверх залезть, да. То есть покупаться и позаниматься спортом можно. Да, это брусья называется. Да. Вот он, этот дельфинчик. Как я вам и говорил, ориентир. Идем по французскому бульвару, гуляем. Здесь так красиво. На самом деле, мы не можем такси вызвать. Уже 40 минут ждем, а нету и нету. Говорят, нету машин, там на улице коллапс, типа. Да еще к тому же у меня тапки порвались, он босиком был. Их пришлось выбросить. Так что идем. Варюшка, я не могу. Я босичком иду. Давай потихонечку с тобой пойдем, давай ручку. Малышка. Ладно, будем дальше двигаться потихоньку. Устали, накупались и машины еще нету. Представляете, какой прикол? Так, наши приключения продолжаются, друзья. Мы уже дошли до какого-то торгового центра, сюда заказали. Мы уже прошли, не знаю, 1.5 километра. В уже... Одессе нет такси. Мы... У нас столько уже такси висело. И сейчас висит куча такси, и никто не перезванивает. Это просто бред. Да, я такого нигде не встречал. В городе рабочая вообще. Перевозка, но уже знаете сколько времени? Начало 9:00. Мы просто О, кто-то звонит. Кто-то звонит. Алло. О. Да. Хорошо, а я уточню, мы на торговый центр вызывали? Просто мы... Все, тогда мы ждем. Но она еще не назначена, еще нужно ждать. А почему такой напряг с такси сегодня?
Ясно. Ладно, ждем. Она говорит, что загруженность в этом районе. Да. Говорит, может быть, они есть в другом районе, но в этом районе пока нет. Thank you.